Гора Тато, северный лес. Види что-нибудь? Это северная роща? Пока не знаю. Похоже. Северная роща перед неусыпным взором ледяного дракона. Ледяной дракон. Нашли. Символ Форестеров. Похоже на деревья Железнолесья. Капец, какой-то тугодум. Слышь шепот чердрева. Ни разу не видел чердрев так далеко на севере. То есть главное найти чердрева, да? Ну? Совпадает. Должно быть оно. Какой ты тугодум? Вроде бы нашел. Ужас, какой он тормоз. Нашел? Ты уверен? Мы больше не можем терять времени. Нашел ее, Сильвия. Перед неусыпным взором ледяного дракона. Точно как сказано на карте. Слышала, да? Мы должны быть недалеко. Он умрет. Надеюсь, ты прав. Не знаю, сколько еще он сможет пройти. Нужно продолжать двигаться. Его рана становится все хуже. Горит. Горит, словно седьмое пекло. Послушай, Гаррет. Знаю, я не очень хороший парень. Там бродит что-то, что может тебя убить. Но ты всегда прикрывал меня. Если что-то случится, я хочу, чтобы ты бросил меня. Хватай Сильви и не оглядывайся. Promise me, Garrett. I need to know you'll do it. I won't leave you behind. Я не брошу тебя. Не сейчас и никогда. Я не хочу задерживать вас. Если Сильви пострадает из-за этого, или ты, пойми, Гаррет, если я умру, за Сильви должен кто-то присматривать. I know she's stubborn and proud, but she's a good person. Stop. Прекрати так говорить. Ты не умрешь. If I do, though. Но несмотря на это, она все равно моя младшая сестра. Если меня не будет рядом, чтобы защитить ее, я должен знать, что это делает кто-то другой. Что ты делаешь? Я нашла послен. Он ядовит, но в малых дозах может помочь от боли. Послена мы можем ослабить боль Коттера. Да. Правильная доза поможет ему заодно успокоиться. К счастью, я знаю, что с ним делать. Поможешь? Чувствую, Коттер станет... И ради этого надо было делать вот эти действия. Ё-моё, вы это видите? Мне кажется, лютоволк бродит. Давайте коснемся для разнообразия, а то все смотрим, досмотрим. Ну давайте теперь посмотрим отметины от когтей. Боги. Он был разорван на части. Еще не замерз. Должно быть убит недавно. Ну, так давайте поедим его, я не знаю. А вот и чердрево. Да зачем ты достаешь? Ой, блин, ну нафига доставать карту? Ты ж это только смотрели недавно. Давайте послушаем. Салазар Слизерин. Охренеть!
А я думал, он летоволк, а это, оказывается, белый медведь. А вот и пещера медведь. Дрянь! Нужно пересечь лед. Поттер, идите, я отвлеку его. Вперед! Ой, что нас ожидает? Отлично. Нет, не отлично. Гаррет, беги сюда. Успели? Давай! Давай! Давай, давай, давай! Давай! Мишка тонет, на Мишку пофиг. Блин, я Е забыл нажать. Но это мне не нравится. Мишка утонул. Седьмое пекло. Они кроме... Что седьмое пекло? Одно седьмое пекло везде у них. Хорошие перевозчики. Хотя Севен... Ну да, седьмое пекло. Идем. Мне не нравится, как выглядит этот... Коттер. Вообще не нравится, как выглядит. И куда мы пошли? Вот зачем мы туда идем? Свет можно было включить. Нет, все-таки нашли вход в Северную Рощу. Круто. Ты был прав, Гаррет. Должно быть, это Северная Роща. Наконец-то. Я знал. Говорил же вам, она существует. Мне нужно было больше верить в тебя. Глядите. Кто бы они ни были, они могут помочь нам. Поспешим. Вот и одичалы. Гаррет! Гаррет! Коттер, собери все свои силы. Нужно добраться до деревни. Помогите нам! Сделайте что-нибудь! А, это один из этих, которые могут вселяться в животных. Как Джон Сноу. Хайвис. Хайвис. Что? Его рубанули? Подождите, нет. Гаррет, скажи им. Я представляю дом Форестеров. Я был оруженосцем лорда Грегора. Форестер, Королевская гавань, и мы сейчас узнаем, какой нагоне будет ей. О чем ты думала? Миледи, пожалуйста. Пожалуйста, леди Маргарет. Прошу вас, не отправляйте меня обратно в Хайгарден. Наконец-то ты почтил нас своим присутствием. Я уже начал думать, что нашел кого-то служить. Прошу прощения, если заставила вас ждать. Я пришла так быстро, насколько смогла, миледи. Я разберусь с тобой через минуту, а ты все равно тоже умрешь! Ты хочешь понимать, в каком положении перед Серсеей? Конечно, миледи. Из всех людей в Королевской гавани ты решила украсть у королевы регента. Я не хочу... Ты знал об этом?
Сара ворует вино. From Cersei, no less. У самой Серсеи. As if I haven't got enough to worry about. No, my lady. Нет, миледи. It doesn't sound like something. Это совсем не похоже на Сару. Is that so? Разве? I had no idea. Не могу даже представить. Да ну. Половина слуг замки говорит об этом, а ты ни слуху ни духу. Somehow you're in the dark. I'm sorry. Прости, я не должна была заводиться. It's just. Просто мне нужен порядок в моем окружении. Until I'm married to Tommen, I can't afford any more mistakes. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Tommen's garden party, Mira. What were you thinking? I can't believe you'd be so irresponsible. I expected better of you. But. Но, леди Маргарет. Lady Marjorie. Не понимаю, о чем вы говорите. О, должно быть, я не так поняла. Видимо, это что-то другая служанка закатила сына с лордом Андросом. Сара сказала мне ужасные вещи о тебе, Мира. Я ожидала, что она побудет, попробует спасти свою шею. Леди, пожалуйста, ты сказала достаточно. Одна из вас должна ответить за это. Сара сказала, что ты использовал ее, чтобы попасть на прием. Ты была со мной долгое время, Мира. Будучи королевой, мне нужны будут люди, на которых я могу положиться. Пожалуйста, скажи мне, что это неправда. Мира, пожалуйста, я не могу вернуться в Хайгарден. Миледи, я не очень жаль. Сара говорит правду. This has been building for some time, Mira, but it still breaks my heart. Мне сердце. Короче, всех убьют. Я все понял. Я ведь желала тебе только добра. Я смирилась с твоими интригами. Я старалась помочь тебе и твоей семье, как только могла. И ты оплатила мне этим. Чувствую себя преданной. Да ты умрешь, не беспокойся. Я не смирюсь с этим. Вы должны знать, Сара здесь ни при чем. Вина лежит на мне и только. Я учту это, когда буду решать, что делать с ней дальше. Что касается тебя, считаю, что ты уже не моя служанка. Да ради бога, теперь убирайся. Быть служанкой — это такая честь. Дочь лорда Форестера. Служанка. Мира, подожди. Сэра, предательница. Сволочь какая. Мне так жаль. Она была так зла. Я не знала, что еще делать. Ты спасла меня от ссылки домой. Я не могу поверить, что ты сделал это ради меня. Ссылка домой, офигеть. Домой это казалось бы невозможно. Я не могла позволить тебе взять вину за себя. Ты нуждаешься в защите Маргарет больше, чем я. Не волнуйся обо мне. Со мной будет все в порядке. Надеюсь, ты права. Но все равно спасибо. Я знаю, это было не обязано. Хотела бы я, чтобы все вернулось по-другому. Дурочка, ты не могла за все сделать. Но, похоже, это прощение. Тарвик прекрасный человек. Удачи вам со свадьбой. Спасибо, Мира. Я пришлю тебе приглашение. Да не надо вообще. Я должна кое-что сказать тебе. Кое-что, что я услышала. Тебе ходят мерзкие слухи. Слухи? О том, что ты убила стражника Ланнистеров? Ну так это не слухи, это реально. Я подумала, ты должна знать. Спасибо, сэра. Будь осторожна, Мира. Ты теперь сама по себе. Ужас, она так прошлепала. Шлепка ходит.
Они прямо за нами, примерно в 2 километрах. Вы правы, милорд. Ашер Форестер, я знаю этого соплевого ублюдка Грифа, его послали убить меня, не Родрика. Он не побежит домой к отцу, не попробовав еще раз. Послушайте, мне нужна засада на дороге. Езжай в Айронас и не... Железный холм, если все покатится к черту, Родрика должен знать. Сидите тихо и будьте готовы напасть, как я дам приказ. И что это за приказ, Ашер? Окропите дороги их кровью. Реально, пеший отряд. Пеший отряд. Ёлки-палки. Мой пекло. Взять их. Правильно так его. За Родрика. Но Грифа нет. Трус. Твой брат трус. Тебе нужно было его видеть, когда Гриф его забивал, словно свинью. Ты думаешь, что это что-то изменит? Милорд. А? Такое лицо, ужас. Ой, да, конечно, с Родриком печалька вышла. Мы убьем их за все, что они натворили. Родрик. Хотела бы узнать его получше, Ашер. Я никогда не смогу сражаться с ним на одной стороне и напиваться с ним. Complain about what an ass his little brother is. People loved him. Люди любили его. Каждое его слово воспринимали как истину. Родрик. Родрик. Он сохранил наш дом с помощью твердой силы воли. Мой брат был настоящим лордом. Когда-нибудь о нем будут слагать песни. Теперь ты лорд. Нравится тебе или нет? По законам ваших земель. Я сделаю то, что должен, пока не умрет последний Адхил. А потом посмотрим. Честно. Нам нужно идти, милорд. Лад Уайтхилл уже ведет свое войско. Выдвигаемся! Я не могу понять, как они собираются в раз, два, три, в 6 наемников вынести всех. Слишком все тихо. Ашер. Певец. Ашер. Наверное. Родрик. Итак, отца убили. Младшего брата убили. Старшего брата убили. Он погиб героем. Грегор был героем. Итан был героем. Теперь Родрик? Для меня это ничего не значит. Его жертва дала нам возможность спастись. Так нечестно. Талия.
стали. Мама, послушайте, у нас нет времени на скорбь. Пока нет. Влад теперь будет действовать быстро. Он может быть у наших ворот уже к ночи. Но еще есть надежда. Я привел помощь. Воинов из-за узкого моря, которым нет равных в Вестеросе. Их всего шестеро. Ну, семеро, наверное, может, восемь. Как бы искусными они ни были, вряд ли их наберется на армию. Миледи, я дважды видел их в бою. Видел, как Ашер вел их. Они сила, с которой будут считаться, будут равны, если не лучше по силе войскам Лада. Восемь человек? Серьезно? Как ты можешь говорить так? Мы уже проиграли. Что ты такое говоришь? Рамси Сноу. Он пришел сюда, объявил условия войны. Сказал, что уцелевший дом победит. А за смертью лорда дома Форестеров? Боюсь, она права. С условиями, выдвинутыми Болтонами, мы не имеем притязаний. Да, Родрик погиб, но лорд дома Форестеров стоит перед вами. Я поведу вас в бой. Война не закончена до тех пор, пока я не скажу. Аша поведет нас! Аша наш лорд! Уи! Хочу родить сына от Аши! Ашер, хотелось бы, чтобы обстоятельства были более радостными, но... Лорды дома Форестера владели этим мечом веками. Теперь он твой. Великий меч. А у Родрика какой меч был? Ашер, лорд дома Форестера. All hail Asher Forrester, Lord of Ironwrath. Defender of the Ironwood Groves. Я никогда не приставал быть лидером, как мой брат. Он был настоящим лордом этого дома. Но я знаю, как сражаться. Клянусь богами, мы отомстим за него. Уи!